Deutsche Bank, Twitter, Amazon, Microsoft и Uber. Неполный список компаний, в которых работал Тагир Магомедов. Дагестанский системщик посетил бизнес-инкубатор переинновации, где провел встречу с программистами из Махачкалы. На встрече была и наша съемочная группа. Слово Магомеду Гусейнову. В бизнес-инкубаторе переинновации аншлаг. Зрители возбуждены и сидят в ожидании. Ощущение, что сейчас на сцене появится рок-звезда, и фанаты начнут аплодировать. Однако к аудитории скромно выходит с виду обычный молодой человек. Это Тагир Магомедов, программист, работавший в крупнейших мировых IT-компаниях – Microsoft, Twitter, Amazon и Uber. Программистом он стал тогда, когда не существовало смартфонов, а некоторые компьютеры весили до 100 килограмм. А свою первую программу Тагир написал в 6 лет. Самая первая, помню, программа, которую я перенабрал в 6 лет, там была такая компьютерная игра, где некая собачка бежала от старта до финиша, и нужно было кнопками управлять ее ногами, чтобы она туда добежала, и она в конце выводила время. Программисты – одни из самых высокооплачиваемых специалистов в мире. Неудивительно, что так много людей пришло на встречу с гостем. По словам Тагира, изучение языков программирования не только обеспечит высоким доходом, но и многому научит самого человека. Программирование – это такой же язык, как и человеческие языки. Он просто более точный. И компьютер не поймет, если я буду говорить так, как я сейчас разговариваю с вами. Соответственно, это учит человека четко выражать свои мысли и свой алгоритм в уме, составлять список действий для чего-то. Сегодня при наличии образовательных площадок стать программистом может любой. Главное – желание, терпение и знание английского языка. Все в данный момент могут научиться программировать. И не просто программировать, а делать это хорошо. Ресурсы сейчас доступны. Главное – собираться в такие команды по интересам и мотивировать людей, или когда у них это будет получаться, иметь какую-то, в общем, сферу общения с единомышленниками. Одна из таких площадок в республике сегодня – это бизнес-инкубатор переинноваций. Здесь обучают, помогают, подсказывают, регулярно проводят встречи со специалистами. В общем, делают все для будущего специалиста или удачного стартапа. Мы обучаем ребят, как начиная со школьного возраста, это робототехника, это программирование для детей, так и более взрослое поколение. Достаточно часто мы отправляем команды в стажировки как в России, так и за рубеж, в Китае, в Америку, чтобы они видели, как работают в других странах, чтобы они видели, что там такие же ребята, как и они, и стремились к этому, развивались. За полезными сервисами будущее, уверены в переинновации. Ну а мы вместе с телезрителями всегда готовы оценить полезность продукта будущих дагестанских программистов. Героиня фильма «Бриллиантовая рука» говорила: «Советские люди на такси в булочную не ездят». Что ж, сегодня многим из нас не то что на машине, но даже пешком никуда ходить не надо. Достаточно зайти на сайт или взять свой мобильный телефон, нажать пару кнопок и заказать себе домой и еду, и булочки, или даже вызвать такси. Все эти удобства стали возможны благодаря программистам, таким, как наш сегодняшний гость. Магомед Гусейнов, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров, Юсуп Гази Амаров. Время новостей.